Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим замечательную, чудесную, вкуснейшую и нежную закуску-салат. Готовится очень просто и быстро. Для закуски нам понадобится сыр фета или брынза. Натираем на мелкой терке или просто разминаем вилочкой, если мягкий. Фета или брынза очень соленые, поэтому, чтобы соленость эту поубавить, сделать, назовем крем, более нежным, я добавлю творожный сыр. На 200 граммов феты добавляю 150 граммов творожного сыра. Я делаю его из кефира, ссылочку, как всегда, оставлю под видео в описании. Добавляю столовую ложку сверху сметаны и пару зубчиков чеснока. Все хорошенько перемешиваю. В итоге получается очень вкусное, насыщенное и нежное с чесночком. Будущая прослойка. Отварную свеклу, у меня 4 штуки, это 500 граммов, натираем на мелкой терке. Я натираю сразу в дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекала. Хорошенечко отжимаем. 50 граммов чернослива нарезаем ножницами вот такими тоненькими полосочками. Если чернослив жестковат, то нужно его предварительно замочить в горячей воде минут на 10. Горсть грецких орехов нарезаем помельче. К свекле добавляем чернослив с орехами, подсаливаем и заправляем 1 столовой ложкой или сметаны, или майонеза. Похожий салат на канале уже был, сегодня его вариация, и я хочу сделать порционную подачу. Небольшие пиалочки застилаю пищевой пленкой, чтобы она легче прилипала, предварительно ее лучше смазать водой. На дно кладем столовую ложку свеклы, разравниваем. Теперь творожно-сырный крем. Вновь слой свеклы с чесночком, с орехами, с черносливом. Опять крем. И верхний, последний слой свеклы. Все хорошенько разравниваем, чуть утрамбовываем. Я прикрою и отправлю в холодильник буквально на полчаса. Мисочку накрываем тарелкой, переворачиваем, аккуратно снимаем пленку и подаем на стол. Я каждую закуску присыплю рубленными орешками и петрушкой. Получается очень красивая закуска, симпатично, нарядно смотрится на столе. Очень вкусная и нежная. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока, увидимся!